Всем привет, с вами Ниагара, продолжаем на Вайлоу Вайтах. Бонни, у нее вот такой большой животик, она находится в состоянии счастья, естественно, у нее роскошный уют дома. Она в беременности, второй триместр у нее, кстати. Третий триместр через сутки. Ну, буквально, короче говоря, беременность длится 3-4 дня. И домашняя Чак, она погрелась у камина в прошлой части, очень хочет туалет, очень хочет кушать, да, она прям такая, ух, я бы сейчас чего-нибудь как перекусила, ну ты сбегай в туалет, а потом будем долго очень много кушать, кушать и кушать, и пусть она чего-нибудь перекусит. Кстати, как там печеньки остались еще, я хотела, чтобы сегодня Джейк приготовил что-нибудь на гриле, ну она, естественно, она в таком состоянии. Просыпайся, Джейк, ты проснулся, да? Ха-ха, такой. Ну ты качок, конечно, вообще. И тоже питание, смотрите. А, сломала джакузи. Приготовь-ка нам жареную курицу, может быть. Бутерброд с овощами, кстати. Вот это хорошо, потому что все остальное, я очень боюсь, что повлияет на их фигуру. Я этого стала бояться после того, как так разнесло Дэнни. Ну, курица тоже неплохо. Хот-доги, гамбургеры не надо. Бутерброд с тофу. Вот поверхность самого бассейна мне не очень нравится. Она какая-то нереалистичная. Это смотрится не как вода, а как будто это какое-то зеркало или такая какая-то пленка натянута. Не очень там мне это нравится. Ну, ничего. Что, ты сжег, что ли? Ну, Джейк! А, Бонни, кстати, должна пойти на работу. Наверное, она не успеет это поесть. Но это будет у нас в холодильнике, ничего страшного. Короче, какой из тебя кулинар? А? Скажи мне. Отвратительно. Так, Дэнни, не будем забывать про Дэнни. Он уже проснулся тоже, очень хочет есть. Да вы что, ребята, вы такие все голодные. Ладно, я его сюда пока позову. Пусть идет. Так, Бонечка, ты... Ты как? Ты кушаешь печеньки и пойдешь на работу? Давай. Съешь? Ну что она так задумалась? Думает сама о себе. Какая я молодец. Она выполнила все задания, которые нужны ей для работы. Ну, у нее не супер, конечно, производительность труда, но все равно. Не в минусе, по крайней мере, не в минусе. И скоро, да, она должна пойти уже на работку. Просматривать романтические программы. Ну ладно. Так, Джейк, ты чё? Как-то это... пригласить за стол. Ну, пригласи за стол. Народ, идите, я тут пожарил. Давай, кушай. О, смотрите, как быстро повышается питание от этого гриля, бутерброд с овощами. Классно. Они все сюда побежали, Бонни, ну тебе это... Наверное, не успеть съесть. В отличной спортивной форме Денечка. Посмотрите, он на стройные ножки. Он такой бегом сюда прибежал. Он сейчас как брат. У них фигуры стали одинаковые, смотрите. Класс. Бонни, ты кушай, кушай. Кушай, девочка моя, кушай. И иди на работу. Давай бегом. Не надо пропускать работу. Положи. У тебя нормально с питанием, потом доешь. О! Ну-ка, стой, стой, стой. Это что за наряд? Такого я не видела. О, господи, у тебя живот растет буквально каждый день. Ну, кепочка твоя мне совершенно не нравится. Откуда-то взялись очки, какой-то дурацкий ошейник. Какой бред вообще, откуда это взялось? Парни, ну что, вы поели? Давайте. Потом кто-нибудь пойдет чинить, может быть, это сделает Джейк, потому что он у нас в основном чинит. Бонни отправилась на работу. И поболтать и подружиться с Джейком. Поднять ему настроение, естественно. Давай будем с ним болтать, душевный разговор. Сели такие, да, вы первый раз здесь, между прочим.
Они сидят и готовят первый раз. Я давно уже построила эту площадку за домом. Но это первый раз. Стать вдохновленным. Голос у Джейка, кстати, приятнее. У Дэнни он какой-то немножко писклявый, что ли. Восхищайся братом. Давай немножечко восполним то, что у вас упало общение. Душевно поговори с ним, обсуди игру какую-нибудь. Восторгайся игрой на гитаре. Кстати, я давно не играл на гитаре. Дэнни, может, ему это сделать? Я его хочу отправить искать работу. Вот что мне надо сделать. Суди технику фитнеса. А где это? Техника фитнеса. Где? Совет по ремонту. Техника фитнеса. О, есть. Давайте, поговорите о наболевшем мальчике. Вы же оба такие теперь спортсмены. Фитнес и все дела. Ну, если Дэнни устроится на работу и не начнет на ней залипать, я его переодену в более солидный прикид какой-то, хоть он и младший брат Джейка. Ну, ему так типично, да, для него наряд этот. Но все равно. Так, кстати, оплатить счета нет у нас? Общение, сеть. Ладно, это сделает Бонни. Найди, пожалуйста, работу, Дэнни. Давай. Пообщаешься с Джейком, ищи работу. А Джейк, он пойдет чинить джакузи. Это мы все сейчас уберем в холодильник. Конечно же, очень будет жаль, если это все пропадет. Все старания Джейка, он там что-то кулинарил, там даже что-то поджарил, так все пропало. И вообще иди покопай тут. Не знаю, что-нибудь. Может быть, найдется что-нибудь полезное. Как-то злая бабушка идет мимо. Так, работа для Дэнни. Он может стать преступником. Нет, я не хочу, чтобы он был преступником. Технический специалист у нас Бонни. Исполнитель. Вот это, кстати говоря, Дэнни подходит. Он у нас тот еще актер. Стольким женщинам запудрил голову, конечно. Космонавт у нас там, я не знаю, был уже у нас, да? Джейк. Космонавт, там, кулинар, писатель, художник, тайный агент. Может, Дэнни? Я бы хотела, чтобы он был доктором, например. А здесь нет такой профессии, вакансии на сегодня. Подождем? Давайте подождем. Я проверю, что будет завтра. Если ничего путнего. Ну, пару денечков попроверяем. Если нет, то ну, я устрою его на работу тайным агентом, например. Все-таки это была вообще у меня мечта, чтобы им стал Джейк. Ему это очень подходит, но, к сожалению, да, он им не стал. Перемести в мир, мы сейчас посмотрим, что в этой таинственной капсуле времени. И открыть ее. Открывай. Чудом. Дженни. Какая-то фигурка Дженни. Фу, да ну нафиг, продадим. Фигня какая-то. Немножечко помузицируй тогда. Сыграть песню блюз. Надо встречаться почаще. Надо спеть эту песню Миранде. Надо встречаться с тобой почаще, детка. Он хочет туалет. Мы ее сегодня пригласим обязательно. Так, Джейк, ты что, все собрал? Почини, пожалуйста. Что ты тут наделал? Я не знаю. Что ты тут делал вчера? Купался, что-то усовершенствовал, но все так и это. Недоеденный Бонни бутерброд. Не знаю даже, что боится есть. Переедать тоже не стоит. Мальчики уже сыты, так что если пропадет, ну ладно. Пропадает. И да, он же у нас художник. Не надо забывать о том, чтобы он занимался спортом и художничал. Новое знакомство. Новое знакомство мы можем завести только если мы его отправим на какой-нибудь участок куда-нибудь погулять. Или там какого-нибудь прохожего поймаем, который ходит мимо дома. Ну, может быть, я их отправлю куда-нибудь всех вместе. Вот это, кстати, разбери на детали. Давненько мы никуда не выбирались. Мы можем сходить, например, куда-нибудь в караоке. Все втроем. Почему бы нет? Попеть караоке. Бонни, кстати, скоро родит ребенка. Может, мальчики отправятся в караоке, я не знаю. Возможно. Почему нет? Куда ты пошел? Он пошел. Он пошел везде утирать пол, похоже.
Думает о ребенке. Ну какой ты лапочка. Сыграй еще что-нибудь. Перебирай струны для вдохновения. У тебя есть такое стать вдохновленным, навык игры на гитаре. Выполняю все твои желания, дорогой. Ну а как же? Поиграй потом в туалет и позвони Миранде. Как ты, детка? Я соскучился. Давай. Мне вообще нравится, когда парень играет на гитаре. Мне кажется, это классно. И это сложно. Ну, для моего понимания, это очень сложно. Сложный навык. Не знаю, конечно. Так, Джейк, я не поняла. Ты чем ты занят? Ну, что-то тут протёр. Тут, видимо, на втором этаже тоже. Тоже была какая-то проблема с лужами. Ладно. Давай-ка все это вытирай. Может, он доест этот бутерброд, а я не знаю. А, он уже, по-моему, пропал. Ну-ка. Нет? Наверное, еще нет. Нет еще. Убрать и помыть. Положить в багаж. Ну положи это в багаж себе. Пусть он у тебя в багаже полежит, может. Может, не успеет протухнуть. Навык кулинарии, стать вдохновленным. Ого. Он очень сильно хочет туалет. Ты вот это тоже все убери за собой, помой. Я не хочу, чтобы здесь валялись тарелки и тухли. Ну, что, ты убрал багаж? Не убрал? Блин. Блин. Ладно. А я могу это положить ему в багаж? Вот сюда. Отлично. Замечательно. Так, давай быстренько. Туалет. А-а-а, Дэнни тоже очень хочет туалет. Что, правда, очень сильно хочешь? Ну, у нас здесь два, кстати говоря, унитаза. Так что иди. Иди сюда. Надо его отправить еще спортом позаниматься. Прям каждый день я буду это делать, чтобы, не дай бог, никто из них не поправлялся. А, приготовить еду. Ну, кстати. А чё, вы не можете вместе сходить в туалет? Ну, вы же братья, ладно, чё уж. Господи. Легкая пробежка давай. Я не хочу, чтобы у тебя опять раскачались ноги. Очень сильно. Давай. Сходи в туалет. Не стесняйся его. Да нормально, он уже ушел. Давай. Так, Дэнни, не беси меня. Легкая пробежка. Давай. У вас же целый тренажерный зал дома. Представляете, как это круто. Мне бы так. Навык кулинария. Ну что ж. О, помой, пожалуйста, раковину, потому что она такая грязная у вас. Такая шикарная ванна и такая грязь. И вот этот уже выброси. И навык по кулинарии. Ну, смотри канал, например, кулинарный. Ой, я вообще не представляю, Джейк такой мужчина, он домохозяйка, смотрит кулинарные передачи. Я не могу. Здравствуйте, я ваша няня, скоро сериал начнет смотреть. Бонни, кстати, ты до скольки на работе вообще? До 5. До 5 еще 2 часа. Странный очень вид у нее, что программист или кем она там работает, техническим сотрудником, они так выглядят все, да? В очках, в спортивной одежде и в кепке. Странно. Так, ну давай. Посмотрим кулинарные передачи. Шаловлив в настроении. Отправиться в парк. Отправимся. Возможно, возможно, в следующей части мы отправимся, потому что пони придет только в 5. Или отправится. Там она уже родит, блин. Давайте я их сегодня отправлю в парк. Хотя там нечем заняться, в принципе. Вот мы сколько времени проводили в этих парках. Ну, ну что там делать? Играть в шахматы, гулять. Ну, мы можем выполнить это задание или желание Джейка. Кстати говоря, я совсем ничего не покупаю по поводу... Баллы-то вот эти счастья, они копятся, да? Так, побегать. А, я все забываю, что ему побегать надо. Бегать, бегать же ты хочешь, точно. И семьянин. Думает, да, все время об этом. Семьянин наш. Так, видеоигр. Что у него? Комедия. Разве это неплохо? Логика, механика.
По гравирам мне слабо, рыбная ловля, фитнес 6 уровень. Всего 6? Ты же качок. Кач. Ладно, ладно. Так, смотрите-ка, Дэнни набегался. Уже набегался? Приготовить еду. Давай, поскольку ты в таком вдохновленном состоянии, то кто? Приготовь ужин, например, салат, жареный сыр. Что там есть еще? Салат. Паста с овощным соусом, нет. Это же лапша. Девушка какая-то пришла и стоит возле нашего дома. Мария Дроздова. Нет, нет, Мария. До свидания. Почему не Миранда? Где Миранда? Мирандочка. Если бы ты пришла, я думаю, Дэнни был бы просто счастлив видеть ее. Но он сегодня даже ей как-то даже не позвонил. Ай! Получен навык изысканной кулинарии. Надо будет ее обязательно пригласить к нам. Давайте, а чтобы пока я не забыла это действие сделать, мы обязательно Мирандочку позовем. Девочку нашу. Пригласим на свой участок. Давай, давай, Дэнни, ты что зукнулся? Можешь кушать и приглашать ее. Алло? Такой. Приходи. Угу. Конечно, придет. О, пришла Бонни. Подождите, ставлю паузу. Я тут уже забыла, что я хотела сделать. Все еще смотрит, да, про кулинарию. Даже не знаю. Но мне, честно говоря, мне не хочется отправляться в этот парк. Так что мы это желание пока в подвешенном состоянии оставим. Все-таки. Пока что-то как-то не хочется. Да. Бонни, ты прекрасна. Только переоденься, прошу тебя. Пожалуйста. Прими ванну. Да. Принять ванну и надеюсь, что она после этого примет свой обычный вид. Что там у нас? Все выполнено, и продуктивность возросла. Да, и мне надо было, может быть, ей сделать какое-нибудь задание, типа усердно там работать. Но я как-то не обратила на это внимания. Я очень надеюсь, что ей дадут какой-то там декрет. Ну, какие-то выходные дни на то время, когда она у нас родит. О, Мирандочка, привет! Привет! А он что, кушает? Слушай, так, Дэнни, хватит есть. У тебя уже питание нормально, только не толстей, я тебя прошу. Миранда, зачем ты туда пошла? Сделать предложение не надо пока. Так, экстремально. Серенад, вот давайте посмотрим, как ты не будет петь ей. Не ходи смотреть на голову Бонни, она там купается. Что тебе от нее надо? Зачем вы сели? Предложить авантюру. Поговори с ней о снах о своих. Скажи, например, ты мне снилась. Это он ей поет? Господи. Вырази ей любовь. Люблю тебя, детка. На второй день. Ну что ж. О, Бонни ломит спину, смотрите. Подлизываться. Что здесь еще есть? Любовь до гроба, воздушный поцелуй. Так, ну это у них все понятно. Романтическое общение. Так, Джейк все еще смотрит. Или нет уже? Смотрит. Ну, наш, хватит, наверное, да? Пусть пойдет поест и поговорим потом. А, у него же в багаже есть, смотрите, есть гамбургер, во-во-во. Потом поговорит, может быть, с Бонни. У него, кстати, 3 этих капсулы, надо их все раскрыть и потом продать, наверное, там всякая фигня. Так, а Бонни чем мы займем? Она хочет опять целоваться с Джейком, поболтать. А ты можешь сесть рядом с ним, может быть, вот так? Поболтаешь заодно. Так, поговорить. Пиши ей какую-нибудь идею свою новую. Что-нибудь такое. Они все посылают поцелуйчики. Джейк пошел есть. А, пофлиртовать. Да-да-да, мы с ней будем делать всякие романтические действия. Ну вот, кстати говоря, я не вижу такого действия, как, например, предложить переехать.
Предложить остаться на ночь, да. Мирандочка, оставайся. У нас такой огромный дом, тебе понравится у нас. Давай. Я хочу, чтобы ты остался. Я вообще хочу, чтобы она к нам переехала. Она мне очень нравится. Так, иди поговори со своей женой. Поболтай с ней, что-нибудь там, не знаю, шепчи, нежности. Спросить, на каком сроке. Слушай, дорогая, какой ты срок вообще? Ну, конечно же, искренний комплимент. Скажи, как ты у меня замечательно выглядишь. Прижать ее к сердцу. Шептать нежности. Ну, а что вы? Останешься у нас на ночь? Хорошо. Да убери тарелки вот эти, помой. Видимо, этот запах не понравился Миранде. Я не понимаю, она остается или нет? Потому что, ну, не от Дэнни же пахло, он в гигиене нормально находится. Сделать предложение все-таки, смотрите, настойчиво хочет сделать ей предложение. Куда ты, детка? Стоять. Обнимашки, целовашки, романтика. У нас тут романтическая серия. Все тут выражают любовь друг к другу, обнимаются и все прочее. Что тут у нас еще есть? Массаж, например, давай сделай ей массаж. Я хочу, чтобы он еще отправился на пробежку. Пошел побегать. Ему это очень полезно. Так, вы, ребятки, что делаете? Общаетесь? А что еще можно сделать? С беременной Бонни метнуть? Похвастаться семьей? Ну, у нас классная семья, что он ей может сказать? Бонни, у нас такая классная семья, играть в лужу. Странное желание. Странное желание, Джейк, играть в луже. Да. Так, и что там у вас еще есть? Мы узнавали, да, уже? По поводу сроков, как кокетничать с ней. Ну ладно, у вас и так состояние и общение, в принципе, хорошее. Так что, Джейк, ты, наверное, принять холодную душу. Ну, прими, ладно, хорошо. Хорошо, прими холодный душ. Кстати говоря, смотрите, надо починить. Чини унитаз, и может быть он потом перед сном что-нибудь там порисует. Смотрите, протереть пол, а играть в лужи нет. Нету такого действия. Мирандочка, что она пошла делать? Играть у нас, похоже. О, как все очень сильно упало у бедной моей Бонни. Давай. Досуг, естественно, нужда, питание. О, господи. Хорошо, давай будем что-нибудь есть. Ну, не салаты, не печенье, а вот бутербродики. Хорошо, они так повышают на питание. Потом немножечко посмотреть телек перед сном и спать. Бедная девочка моя. Ну, по работе ничего выполнять не надо, так что баиньки. Миранда тут ходит, хозяйничает. Ага, заниматься бегом. Я забыла про тебя, Денечка. Занимайся бегом. Она, смотрите, какая молодец. Мусор выносит. В общем, замечательно. Хорошая, хорошая у нас девочка. И потом... Дэнни, когда побегает, он сюда возвращается. Ну, чтобы он где-то был у меня в поле зрения, то я могу запросто про него забыть. Досуг, так, кстати говоря, я хочу, чтобы она оплатила счета. А где это? Карьера, играть, программа, что-то как-то нету. Или нам еще не пришли счета? Кушай, кушай. О, отлично. Классно повышается. Питание. Давай, давай, ешь. Так, ой. Ой-ой-ой. А ну где же это? Оплатить счета? Нету. Сеть. Может, сеть? Смотреть. По Steam TV.
заказать книги, семена не надо. Писать семья. Семья. Установить. Там, по-моему, у меня сразу было, когда нажимаешь оплатить счета. Там. Ну ладно. Нету и нету. И ладно. Посмотри канал какой-нибудь романтический, опять-таки же. И потом уже спать. Так, Джейк, ты чё, ты все починил? Я не вижу у тебя действия играть в лужу, протереть только пол. Да, у него было такое какое-то странное желание. Разбери это все дело на детали, немножечко порисует и потом уже спать. А, да, продать коллекционеру, заработаем денежек. Так, Дэнни, иди сюда к Миранде. Метнуть в нее безумный взгляд. Зачать ребенка уже можно, обалдеть. Я вообще просто офигеваю. Тут над Sims. Только-только познакомился с девушкой, уже можно буквально с ней делать детей, переезжать и вообще жениться. Это, конечно, довольно странно. Куда ты пошла? Миранда. Что за дела? Достижение. Есть какое-то. Заняться, естественно. Первый раз у нас осталась Мирандочка дома. И Дэнни хочет заняться с ней интимом. Что она делает? Выключила телек? Фотка! Разместим в Твиттере. Я не знаю, использует ли он какие-то социальные сети. Типа ВКонтакте. Возможно. Блин, ну надо что ли заняться переодеванием его. Тут мне надоел этот красный цвет вечно на Дэнни. Так, Джейк. Ты... А, понятно, ты же продал, да? Классическая картина. Ну давай такую какую-нибудь картину вообще порисуй. Хотя бы ему начать, потом уже пойдет спать. Бонни все еще смотрит телевизор, я говорила тебе ложиться спать, а она так прямо залипла на нем. Давай, давай, спать, 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 отдыхать, у него поди-ка завтра. Какой там, третий триместр? Или роды уже? Не знаю, об этом мы узнаем в следующей части. Сейчас она пока что легла спать. Миранда что-то соскочила, могла бы и спать лечь. Ну, Дэнни предложил остаться на ночь. Ну, что-то она куда-то пошла по своим делам. Джейк сейчас еще немножечко порисует какую-то вот эту каляку-маляку. И тоже отправится спать. И до встречи в следующей части. С вами была Ниагара. Всем пока.